Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6. В последней серии мы прошли вторую главу, и там погибла, судя по всему, сестра Елены по имени Дебора или Дебора. И после серии мы хотели начать сразу с катсцены, но тут появился вот такой магазин, в котором можно купить полезные вещи. Захотелось их показать. То есть у нас тут три слота под настройку умений. Я вот, допустим, часто пользуюсь ближним боем, поэтому его обязательно куплю. Немного повышает силу атак. Для второго уровня требуется 25 тысяч. Но это, я думаю, обождет, потому что огнестрелом я тоже. Так, это ваша стрельба. Так, непоколебимость. А ты что качаешь? Улучшение на патроны здесь прикольно. Ну, то есть, больше шанс. То, что ты найдешь патрон там к автоматам, дробовикам. Есть умение волка чумочка, не позволяет партнеру помогать вам, когда вы в беде. 100 очков. Сила атак против зомби. Быстрая перезарядка. Последний выстрел. Может быть, командную работу вкачаем? Так, а что это так? А, усиливает вот атаки вашего партнера, когда вы находитесь рядом друг с другом. Ну давай. Я поставлю. Приобрести. Так, и увеличиваю шанс выпадения предметов возьму. И, в принципе, больше пока ничего качать, что ли, не буду. Потому что они на следующий уровень там в три раза больше требуют, поэтому лучше буду качать что-то определенное. Ну, конечно, можно защиту немножко прокачать. Вот так вот. Ладно, все. А теперь как их поставить? А, квадратиком применить. Так, защита. Ближний бой. И командная работа. Лучше вот так пока. Увеличен шанс выпадения. Отдохнет. Так, я готов. Так, я тоже. Фу, короче говоря, такие дела. Так, это все и работает у нас. В прошлый раз мы не смогли этого сделать, потому что после окончания первой главы мы вышли просто из игры. Когда зашли, магазина никакого не было. Оно, оказывается, вот как работает. Вот этот червь. Told me you've been friends for 30 years. Tell me, is it true you were the only ones present at the time of his death? What are you saying? Well, you must be aware that you are both suspects in this attack. What? Agent Hoffa. At the time of the attack, you had abandoned your post. Leaving the presence of the You must admit such behavior. Suspicious. You son of a bitch! You're the one who planned all this! With what evidence could you base such an outrageous accusation? I am the National Security Advisor. It's my job to prevent terrorist attacks, not cause them. You liar! Lena! If the two of you feel so strongly about your innocence, then you should have no problem turning yourselves in. I'm gonna make him pay. Looks like things just went from bad to worse. Это все хорошо, но нам сейчас как-то нужно выбраться с этой глубины, куда в предыдущей серии нас загнали. Где мы, наверное, 500 метров вниз ушли. Да уж. Так, ну у нас там свет какой-то, и вроде как цивилизация. Ну пойдем, раз так. Так, а мне кажется, тут наверняка какая-нибудь эмблема есть где-нибудь. Хотя зачем она нам? Ну, блин. Но если есть, да. Ну ладно. Не вижу. Слишком темно. Неужели это лифт? Я был бы не против. Хотя кажется мне, что это... Блин, вот это на самом деле на Dark Souls похоже все. Сейчас бонфайр только стоит за дверью. И торговец такой хи-хи-хи-хи-хи. 4-й части прикольные торговцы были. Да. Wanna buy something? What are you buying? Такой. You and I are in the same boat now. I'd say that officially makes us partners. Like it or not. Ну, это просто начало Dark Souls какое-то.
Does all this belong to Simmons? Well, with that lab of his sitting right on top of us, I'm gonna go out on a limb and say yes. So this Ada, can we trust her? That's not an easy question to answer. A little history there, huh? Мы вообще в Америке находимся? Нет, просто в Америке неоткуда взяться вот этим вот средневековым рыцарем. Да, ну, если тут даже есть какая-то география, то мы ползаем по подземельям и особо-то. Нам ничего не дает наше местонахождение. Я не знаю, где мы можем быть. Просто в то время, когда у них вот такие войны были, у них по Америке индейцы бегали. Хотя, может, конкистадоры какие-нибудь. Думаешь, понастроили? Ну, понастроят тут. Так, там у нас кто-то висит. Болтается. Это механизм, по-моему, какой-то, потому что он как-то механически так болтается. Руками не ворочает. Так, тихо. Ты наступил на платформу. Супер! Что делать? Я знаю, что делать. Уронить его. Ага. Ой, блин, зачем я встал? Так. Неужто вот так придется проходить? Мужик, я спрашиваю. Зомби. А пусть подходит, кстати, да? Да. Как дела? Хорошо, держи. А я не уверен, а разработчикам это предусмотрено вообще, нет? Ну, тут написано, что мы должны разбежаться, проскользить, и вот так вот бежать. Ой-ой-ой. Назад. Такие два инвалида бежат. Смотри, живой еще. Я отошел ведь специально. Ну-ка, ну, давай, налезай. На, ну. Так, у него очки опыта. Приходите. Нет, ты можешь в бок вот так именно гораздо быстрее получается катиться, боком поворачиваешься, да, и крутишься. Так, все. Ну, надо сказать, это было классно. Красно, да. Красно, классно. Хоть раз это умение мне пригодилось. Так, смотрим под ноги. Я уже не хочу туда идти. Как бы так, и... справа у нас вон лестница, мне тебя подкинуть сейчас надо будет. Похоже, там жарковато. Капитан. Надо найти обход, офигенно. Так. Ой, знаешь, что я делаю? Че? Я лезу в какую-то маленькую пещерку, это помнишь, в Пенумбре было, когда с пауками ползал? Ну да. Здесь пауки. Все бы хорошо, но ко мне тут зомби с динамитом идет. Это все фигня. Подержите их, что ли. Ползем. Че, у тебя там спокойно? Так, я куда-то выпрыгнул. Тут монстр крутит этот рычаг. Ну, у меня огонь выключился. То есть, больше не горит. Да, потому что он крутил, и из-за этого все работало. Так, у меня нет смысла его крутить дальше. Да вон ты вышел уже. Так, что у нас тут за... Да ничего тут нет особо. Лёва. Дверь какая-то. Что, не поддаётся? Не открывается. Kith and Kin. Simmons family tree? Есть у тебя какие-нибудь свидетельства? Nope, not related. You think they left any lying around? Wait a minute. The ring Ada gave me. Так, ну-ка. When did she give you a ring? Помогает узнала, чертовка. Bingo. Thanks for the gift, Ada. Так, похоже, пока
Оно будет медленно-медленно открываться, к нам будут переть. Так. Убивай его, вот этого, который один идет. Остальные сгорят. Снайперка здесь бесполезна совершенно. Я 5 выстрелов не сделал. Ну да, есть такое. А ему только весело стало. Давай. А, хорошо. Как я быстро догадался. Чем это роман нам грозит. Так, ты там справишься сам? Да-да-да, я сейчас стану и убью. У меня, по-моему, все умерли. Там открылся, нет? Нет, крутится. Так, я пока не прекращаю, пусть выжигает. Ой, он ко мне пришел. Пытаюсь убить тут кого-то. Куда они взялись-то вообще в таком количестве? Они, похоже, уже после огня пришли как-то. Да, они сквозь огонь прям проходят. Нет, сквозь огонь, который шли они все. О, что-то взорвалось. Да? Один из них был с динамитом, я так понимаю. Так, ты при смерти, меня, что ли? Меня надо поднимать, да. Хорошо, пошла. Кулаком тебе в плечо ударил, и тебе стало лучше. Так. Полезный совет, надо будет еще круто. Если дай мне хорошо, дай тебе кулаком в плечо. Он меня укусит сейчас. Помогаю. Блин, они в броне все. Так, отходи, вон туда, к этому, к рычагу. Я сейчас рвать буду. Сейчас. Побольше соберется. А, тут мощный еще. Ну ладно. Все, я только начал рычаг крутить. Смотри, скотина еще живая, что ли? Ой, он на меня напрыгнул. Да. Ой, зачем он едет? Вот и сдохнет уже, нет? Нафиг. О, подожди, я вам сейчас грудак расстрелю. Все. Уходим в пруд. Там патрон навски. Патрон асфальтил и бежим. Фу, выбрались. Я надеюсь, дверь закроется за нами. Это место не лучше, мне кажется. Да, что-то мне тоже. Но сейчас тебя это беспокоит, да? Да. Ноги намочить. Отлично. Сейчас знаешь, как с крокодильщиком Dark Souls сюда. Ой, что это за маленькая фиговина. Угу. Так, направо нельзя идти. Ну, эти штаны тоже можно уже выкинуть потом. Да у меня уже эти же давно можно выкинуть покушать. Уже в какой-то канализации не этот. Так, в центр, по-моему, лучше не суваться. Ты думаешь? Да, что-то есть такие подозрения. Ладно, поверю тебе. Вон. Здесь еще, судя по звукам, зомби есть. Причем, судя по звукам, зомби из Dark Souls просто. Ага. О, все, суша. Угу. Сейчас как на ногах выползет эта тварь. Вот тебе будет суша. Че это вообще за место? На какой мы глубине уже? Я не знаю. Здесь что-то древнее. Быстрее нас сушу. Удачно тебе побулькаться. Ой, пещера с пауками. Везет. Тебе вечно везет на эти дела. Блин, тут скелеты всякие. Да давай быстрее, у меня тут внизу это хрень. Какие-то хелауров херны. Звуки слишком не хват. Не смей умирать. Нет, я не умру. Я просто не вижу, что происходит вообще, я под водой. У меня такое ощущение, что под водой ползает. Да, ну-ка, прыгаю. Я выбрался куда-то. Блин, в воду. Так, тут рычаг. Ух, ну наконец-то. Крути, говорит женщина. Давай.
мужик! Я под водой, я под водой. Ух ты, ёбаный бабок. Это гигантская тварь схватила эту. А он держит тебя. Меня в воде тащит. Ой, я выплыл. Давай, давай, давай. А Леон даже не торопится помогать. Леон! Алина, are you okay? Fine, but I'm way over here now. I'll cover you as much as I can. Just keep moving forward. Так, мне тебя прикрывать нужно, он говорит. То есть ты сам так не думаешь. Открывай тебе дверь. Ты бы просто видел, что там. Что там меня ждет, если бы ты видел. Я открыл. Леон, я не могу открыть. Can you open it from your side? Hold on, так, так, так. У меня уже выносливости нет. Да я вижу, вижу. Все, оно открывается потихоньку. Держись. Давай, давай, пошел, пошел. Так, бегу, бегу. Да, выносливости нет. Тут какие-то колья. Да, это вообще замечательно. О, так, не надо было их проверять на. Но это было плохое дело. Так, ладно. Ладно. У меня там этот не лучше, но у меня горизонтальные шипы. А, ну это тогда ты да, ты тогда победил. Так, кручу. Кручу, кручу. Обмануть хочу. Давай, 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 давай. Все, открыл. Тут еще, блин, враги-то не самые слабые, а вот те, которые посильнее. Да-да-да. Сейчас у меня катсцена отойдет, и я себе открою. Давай-давай, уворачивайся. Все, почти готово. Готово. Ой, ой, он на меня запрыгнул. Уснул просто и ушел. Ладно. Так, все, я тут. Что дальше делать? Лежи, лежи, сейчас мне нужно. Провернулся. Вот так я. Взяли еще один. Добрый день. Так, тут я уперся. Может, есть какой-то способ их отключить, она говорит. Вон там хрен какой-то крутит. Ладно. Так, сейчас я. Блин. Ой, да блин, это камера. Значит, надо убить того, кто их крутит. Ну, я только начал целиться, и у меня просто отобрали прицел и сказали, вот в него стрелять, хотя я уже в него целился. Козлы. Так, так сейчас я кручу. Нет, я прошел. Ой, ой, зря. Так, умри. Оно просто рукой толкнуло. Так, мне какую-то ручку нужно найти, чтобы открыть рычаг, через который... Я бегу к какому-то рычагу. Может быть, мне начать бегать? А это, кстати, твой проход ко мне как раз. Я кручу. Сейчас ой, уберутся ой, колья ой. Оттуда. Подожди, у меня тут эти включились. Что, не крутить? Колья. Ты не мог бы сделать все как было? А, ну я не... Ладно, не кручу. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Все, я пробег, если ты теперь включил бы, я был бы признателен. Давай. Все. Теперь осталось понять, что мне дальше делать. Я что-то кручу. Ну, понятно, я по крайней мере. Ох, в безопасности от них. А, что же делать мне? Какая красивая картина, ты стоишь на месте, а сзади тебя подбегают зомби. Их так сплющивают, куски мяса разлетаются, и так один за другим. Блин, где эта ручка может быть? Мне ручку нужно найти от... так. Ой! Ошибка. Зря. Ты, по-моему, что-то не то сделал. Думаешь? Мужик стоял полностью обмотан динамитом, я решил, что не выстрелил. Короче, не крути, ты крутишь? Нет, не кручу. Я пошел включу ручку. Я не знаю, правда, где она может быть. Я пока все перезаряжу. О, тебе здесь надо опять проскальзывать. Ну да. Причем тут внизу все заполнено зомби. Да, брали. Ой, опасно. Я не могу тебя отсюда прийти. Ох, да елки-палки. Ты еще погибли. Может, мне огнеуху туда кинуть? Не надо.
У меня просто после каждого выстрела по... Найдите партнера. Полсекунды. О, все. Хана мне, похоже. Но ты не сможешь уже ко мне подойти. Ну да, потому что это закрыта дверь. Скотина. Короче, они лежат прям под этими болтами, и пока один бьет, ты где-то секунды три там в боли корчишься, успевает второй выстрелить. Пока ты от второго корчишься в боли, третий успевает выстрелить. О, так. Так. А, ну вот здесь ты как раз когда шипы активировал, все, сохранилось. Так, хорошо. Что же делать, куда же идти? Блин, а мне похоже... эту штуку или нет? Да, в принципе, не надо. Ладно. Я вперед пошел. Я думал, тут зачем-то могу наверх подняться, но не вижу смысла в этом. Вот. А, стоп, смотри-ка, я могу сверху тебя прикрывать, по идее. Ну, это было бы неплохо, да? А, вот, я нашел ручку. Все, я возвращаюсь. Я пока хедшот ставлю. Это перед тобой. Так, все, вставляю. Чтобы такая рау побежала. Ага, давай. У тебя открывается. А я эти твои кручу. Ага. Шипы, чтобы они тебе не дышали. Можешь не крутить, можешь уходить. Да, и причем ко мне уже пришли. И этот чувак с знаменитым. Да, они закрепали уже своей кислотой. После кислоты паришь секунды две. Патрончики. Давай, Жик Шепард, как-нибудь. Так, бегу. Все, я вижу рычаг. Давай. Так, что такое я вижу? Кручу. Ой-ой-ой. Ты можешь по ним пострелять, пока это? Да, и могу. Включать, давай. Бедный Стик. Фу. Это куда? Так, что дергаем рычажки? А, мне правый. Ага, а мне тогда левый. Да слушай, персональные рычажки. Ой-ой-ой. Так, по-моему, все опять пошло не по плану. По-моему, все как-то повторяется, да? Ну да. Сейчас будет гигантский там какой-нибудь саркофаг с золотом. Да, мне не хватает хлыста и шляпы. Опа, музыка какая-то. Чё-то мы вообще вниз куда-то опустились. У нас опять цель. Найдите выход из пещеры. Ну это прям... Уже бегут. Поселок Алачиль. Скрипает туда Эдишн. А я, кстати, не проходил его. Попробуй. Даже не представляю, что там. Что это такое? Автоматеры. Калаш. О, с ножичком. Нет, это не калаш, это... Галиль израильский, похожий. Слышь, таком говорить? Шо? Штык-нож, это всегда прикольно. О, в светильнике, в тех врагов, у которых со светильниками в руках можешь светильник стрельнуть, и они поджигаются. Отлично. Назад так, нет. Ну, с калашом все, я нашел свое любимое оружие в игре. Калаш это... Ну, это не калаш, конечно, это его клон. Ну, будем считать, что это калаш. Да. Тарабальди. Я попаду ему, нет? Я обещаю тебе. Мы не позволим Симмонсу уйти с этим. Хорошо. Я не буду отдыхать, пока он заплатит за то, что он сделал Дебра. Странно, блин, наконец моста... Ой! Блин, господи. Ох, как я ему воткнул этот шип. Штык-нож, это хорошо. Ох ты, да.
Особенно, когда они на земле лежат. Да. Закололи. Хоть маленько понимали бы мне, куда мы идем вообще. Ну, то есть понятно, что выбраться можем. Да, но вот куда и каким способом. Вон они там ходят наверху. Ох, как я попал. Иди ты. По-моему, он кончился. Все, да. Сейчас поорет еще. Так, у меня тем самым пистолеты. Пистолетные патроны закончились. Берем дробовик. Так, блин. Проглядел. С крыши спрыгнул на меня. Попал. Погонь. Блин, но с этим штыком просто можно вообще издеваться над ним. Конечно, выносливость сушит все это дело. Нехило так. Так, хорошо, ладно. Спасибо. Чуть-чуть посветлее было бы. Ну да. Как обычно, эта тварь убегает. Ну ладно, пусть бежит. Ой! Братюнь, давай, давай, давай. Фу! Блин, неожиданно, я же вздрогнул. Пошел вперед, да. Ну я бы сам спасся. Я не могу, бешеный тебя спас. Опять на воду. Да он мертв уже. Это просто его предсмертное прощание. Всегда такое. А ты сейчас очков умений сзади осталось. Подожди, не? А тут теперь два врага. А, это у них динамит. Я думал, у них типа фонарики какие-то в руках. Нет, у них есть и фонарики, есть и динамит. А, ладно. Ой, ну на. Там толстяк, там толстяк. Тот самый толстяк? Да, вон по мосту бежит. Может быть, типа, деревяшки было нас взять. Так, ладно. Я бегу. Блин. Ой, мост по. Нет, падает. Ой, зачем блин, не ту кнопку нажал, ну. Я при смерти. Я понимаю. Не очень все-таки, ну, по крайней мере, толстяк умер. Я встал. Динамит и все. Я попал в динамит. Блин, короче, странно как-то. Когда просто прицеливаться нажимаешь, когда думаешь, что сейчас прицелишься и поставишь динамит, он... Так, иди сюда. Он... Так, ты бы лучше отходил. Да, я назад. Так, все, приманил. Теперь беги ко мне. Живой, что ли? Все, двигается. Сзади. Смотри, как прыгнул скотина. Ой, динамитчик. Есть. Ой, назад. Валим на мост. Ой, он обвязанный весь. Да. Поэтому я и говорю, что как бы ой. Так, я хочу взорвать. Нормально. Так, все. На автомат патронов нет. О, патроны есть. 20 штук. Так, у меня 18. Так, куда теперь? Автомат мне нравится. Так, там у нас еще один динамитчик. Аккуратно. Динамитчик, подальше отойди. Ага. Слезь ты с меня. А я не могу, кстати, его это... сбить с тебя. Ой, на меня прыснули чем-то. Так, я его взорвал. Еще один. Ну это не динамитчик, это... Ну просто враг. У него такой милый топор в груди. Ну да. Мне нравится, когда его добиваешь, и так топор выдергиваешь и обратно вгоняешь. Ага. Так, на мосте, конечно. На мосту такие вещи. Желательно не делать мне больше. Вот, там, о, подожди. Толстяк. А, так, я ставлю мину.
И сейчас он как сюда побежит. Кузика, чтобы он... Что это было сейчас? Ай, отошел бы ты. У него динамит, беги. Я беги. Вижу. Я прислонился к укрытию. Я не знаю, задел толстяка или нет, но там уже была критическая ситуация. Да, там что-то взорвалось. По-моему, он отделился. А теперь я. Мне еще одну бомбу дали. Отлично. Бомба, на удивление, помогает. Очки опыта 2500. Ты взял? Угу. Фу. Куда идем? Зачем, главное? Ну. Мы должны выбраться отсюда. Давайте спустимся еще ниже. Потом еще ниже. А, теперь ты остаешься тут, а я. Так. Зомби подходит. Давай, что ты меня что-то так туда. Давай скорее. Он бьет нас. Что мне это делать, я не пойму. Меня подкинуть. К краю подойди. Да я не могу, блин. Ты отменись пока. А, все, понял, понял я где. Сейчас я ему вгоню. И все. Вот, вот. Вот тут понял я. Я просто не видел. Запутался в темноте. Так, пошел. Отлично. Ой, поздравляю тебя. Не хочу идти назад, назад. Ой, ой, ой. Стреляй по ним. По кому по ним? Я не могу так далеко вниз. Дон, помоги. Они за мной ползут. Мужик, давай. А, я соскальзываю. Давай, жопа шнита, давай. Давай, давай, ползи, ползи. Да, блин, один прямо за тобой. Так, наверх, наверх, наверх. Фух. Фух. Чтоб я делал. Так, у меня вроде спокойно. Так, к тебе больше никто не ползет. Ой, к тебе спереди идут. Ко мне бегут просто, и один из них толстяк. Так, ты как-то можешь, да? Да. Ну могу, но я надеюсь, ко мне вот ног. Не подойдет никто. Он к тебе бежит. У-у-у. Неважно как, но убей его. Он мертв. Все, лег. Видел твои снайперские пушки. Там чувак с динамитом аккуратно. Ага, он мертв. Так, я собираю. Вот, так, там на мостике еще один. Тут еще один. Я отхожу, взрывай. Все, он готов. А, там еще кто-то есть, что ли? Так. Забрал. Забрал патроны. Просто так темно, что я нифига не вижу. Я куда-то бегу. Так, умри. Динамитчик. А, нет, это факел просто. Ко мне подходит. Вообще просто огненная палка. Все, теперь ты сам по себе. Айгард. Ну, вот, товарищ. Ой-ой-ой. Ой, тут у меня динамитчик и все, я бегу, короче, наверх. Беги давай как-нибудь и меня освобождай, потому что у меня тут не слишком так много места. Так, ну у меня вроде поспокойнее стало. Так, я вижу тут какой-то рычаг или что-то типа того. Ой, блин. Так, давай. Ой, как медленно. Причем без разницы, куда стик крутить. Это не крут. Давай, он один всего. Ой, как долго он его крутит. Нормально. Давай, все. Главное, что крутит. Патрончики за тебя остались. Патрончики. Я собрал. Фу. Ух ты, елки-палки. Я же испугаться не успел. В упор чувака с динамитом взорвал. Ну, вроде без последствий. Так, здесь мы должны с тобой валун сделать. Ну, конечно же, основная сила. Во мне Крис тут не хватает, он бы такой. Ага. Забра остальные. Завалил бы там с половиной скалы. Вот куда мы идем? На выход? Хороший ответ. Понимаю. Ну, кстати говоря, уже выход, я думаю. Я в это не верю. Так, что-то есть. О, смотри, это фигулька. А у меня на пистолете патронов нет.
Вон, видишь, куда целюсь? Угу. Они заставили меня снайперский выстрел потратить. Так, кто-то там нарисовался, давай крутим по-быстрому. Ну да, о, видишь, как быстро идет полосочка. Стоп, она у меня убралась. Не, нет. О, там чувак с динамитом. Ну не, это все. Ага, и пока ты отошел, и мне сразу типа... Да, я его ударяю. Ну я как бы умер, на самом деле. Ты не умер, ты при смерти. Да. Я должен тебя подлечить. Ну, по крайней мере, мы живы. А, нет, тебя, смотри. Ну, плоховато, просто здоровимся. Бежим в темноте. Ой, там толстяк. Ну, что-то тебе пишет помогать зачем? Может, я там где-нибудь на краю был? Ой. Давай, погнали. Ты там как, за мной? Да, пытаюсь прыгать. Зомби. Я упал. Вставай, блин. Ну, давай. А, ты меня столкнул. Бежим. Я в огне, я горю. И ты уйдешь сейчас. Нет, ты уйдешь. Так, толкаем. Давай. Толкаем. Кому скажи, что происходит? Давай. Так, все. Я думаю, нас не завалит уже. Хотя... Интересно, когда нас в спецназе обучали, там были тренировки с толканием бабунов и прочего? Конечно. Ходил в основной курс. А, теперь вода еще. Осталось, я думаю, сейчас пауков закинуть, я не знаю, каких-нибудь огненных. Встречаемся с той огромной тварью, которая плавала. Я думаю, это будет... Ну, надо это сказать, было круто. Ну, странно, правда, то есть, откуда это все тут под землей? Ну, круто, само вырос. Ну, вот это разнообразие вообще зачет. Чего только не приходится делать в этой игре. Вот, смотри, управляешь? И управляем. Ну, вроде бы. Ну, я только камеру управлял. Так, а теперь нам нужно выплывать, пока у нас кислород не кончился. X ускорение. Ну да. Не хватало мне этого, блин. Black Mesa. О, наверху можно было подышать. Зря ты это не сделал. Сжал. Я плыву просто вперед. Офигеть. Куда мы попали вообще? Так, наверху можно подышать. 120 метров еще плыть. Вот такие моменты у людей появляются. Клаустрофобия. Ты где там? Я плыву. Вон я уже вижу. Там можно кислород набрать будет. Ой. Че у тебя там такое? Эта хрень проплыла справа налево. Проход завалило. Будешь плыть вперед, потом налево. Поздравляю, сейчас я отдышусь. И поплыл. Она где-то тут. Супер. Ой, тут трупы всплывают. Фига ты уплыл уже на 40 метров. Дерусь с корешком. Так. Везет. А не, это был мужик. Так, здесь можно всплыть. Короче, я всплываю, жду тебя тут. Давай тут. Ой, тут трупов, да, офигеть. Ой, тут прям где я всплыл-то, скелет всякий. Ты подо мной 8 метров. Я маленько застрял в трупах. А ты со мной здесь можешь всплыть, если что, подышать? Или это для одного чисто? Не факт, кстати говоря. Ой. Меня схватило. Меня схватил корешок, похоже. Фу, ладно, блин, у меня кислорода мало. Мне нужно быстрее плыть вперед. Он все стоит, осматривается. О, ты плывешь вроде. Нет? Я не знаю, я сейчас задохнусь нафиг. Я вниз поплыл. Где ты? Я не знаю. Ты вообще не там где-то. Ой, меня. Ой, все, мне хана. Меня зомби душит.
ты... Я заблудился. Ладно, держимся близко. Тут я что-то тупанул, отплыл далеко. Да ладно, сейчас разберемся. Надо понять, мы в одном месте. А вот, о, можем в одном месте, да, дышать, да. Так, ну мне что-то даже кажется, что мы сейчас с чекпоинта какого-то. Ну, вот это где я был, где вот меня схватили, и ты тут же умер только что. Что мы вообще ничего не потеряли. Ну хорошо. Так, а куда тут поплыл? Направо. Ну я вот сюда и поплыл, да, я тут и был. Ну, а я не успел туда доплыть. Так, плывем. О, еще один схватил. Еще да, один да, схватил. Вот он меня и задушил в прошлый раз. Так, отлично. Так, хорошо. К нему лучше вообще желательно не подплывать этого. Налево тут куда? Шляпа какая-то происходит. Мы плывем вглубь. Отлично, че? У меня меньше половины. То у меня чуть больше половины. Ты за мной прям, да? Да. Мне кажется, мы не плывем. Че, течение сносит нас обратно? А давай попробуем, кажется, наверх. Мне кажется, мы сейчас задохнемся. Да, нам наверх, кстати, надо. Вот там давай, давай. Я-то, ой, может, успею, а вот насчет тебя что-то сомневаюсь. У меня совсем все плохо. Люк. Я плакет. Ну. У меня где-то 3% осталось, прикинь. Везет. Давай, давай, дыши. Давай. Так, ладно. Блин. Ой, плохой кадр, да? Та-да-та-да-та-да-та-да-та. Челюсть. Музыка из челюсти. Оба. О, ну и тебя заодно, ладно. Офигеть. Мог ли ты подумать начать... Просто молчи. Просто уже молчи все. Да, окей. Офигеть, что мы делаем? Ёлки-палки. То есть если вирус не так давно появился, то какого хрена эта фигня здесь уже плавает сколько лет? Да мне кажется, суд под землей это давно уже было. Это акула вообще, что ли? Я-то думал. Так, что у тебя там? Получается, что? Плохо у меня там все. Я не успел, и она меня захала. Ох, жесть. Ох, жесть. Бедный Вильям. Хреново быть там. Офигеть. Ёлки. Блин, ну это капец. Ладно, мы смогем, мы смогем. Переживите атаку, действительно. Так. Так, сейчас там я. Тебе идет. Мое кутые. Мое в порядке. Блин, это такая гнилая акула, что прям просто прелесть. Пакость, да? О! Я ее. Но боль чувствует. Уже хорошо. Там язык какой-то такой мерзкий. Давай теперь ты. Быстро надо X нажимать, а он так медленно нажимает. Давай, 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 давай. Все. Ты пройдешь через это. Так, теперь, видимо, я. Знать бы, какую кнопку жать. О, нет, ты. Давай. Ну, это полегче будет. Давай, 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 давай. Мы ему в распор поставили. Страшные люди, да? Такую дуру, блин, еще и сношают как могут, как хотят. Ох. Да, рыбка. А я мокрый, ты мокрый в воде. Пират? Так, ты у нас уже, то есть... Я на суше, я бегу куда-то. Замечательно. Я думаю, что мне надо торопиться. О, нет, подожди, бочка. Бежим. Бежим. Блин, мне неспокойно в этой воде. Мне 40 метров надо еще бежать. Да блин, они спецом бочечек ставят. Елена, что ты можешь делать с этим противником? Джек Шепард. Тут вода неспокойная, прям как я не знаю. Так, а что я должен сделать с этими? Стрельнуть, что ли, не понял? Просто бежать.
Ты должен как-то ворота открыть. Хотя вот тут я бы протиснулся, вот честное слово. Да, но ты все-таки сидишь дома. Ну да. Бежим, 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 бежим. Еще одна бочка. Ты понимаешь, да, что я должен? Давай быстрее. Так, там трава. Бежим, бежим. Лесенки. Так, ну там ты откроешь, мне будет... Я ничего не открою. Я стою и жду тебя, прикинь. Какого черта? Че я должен делать? Тебе сначала нужно открыть мою решетку. Ищи. Ищи. А, ну тут, в принципе, можно воду спасти. А нет, нельзя. Ладно, ладно. Ну просто мне это показывает, что 6 метров вот до этого места, куда я должен убежать. Может, опять лазерным прицелом что-то делать, я не знаю. Давай. Давай, меня сейчас схарчат тут. Она, конечно, я думаю, еще долго будет моральную травму после того, что мы с ней сделали. Зализывает свои раны. А мне показалось, что наверху... Вот. Понятно. Так, не роняй, не роняй. Все, я проплыл, можешь опускать. Так, ну все, я бегу теперь, значит, тебя встречать. А у меня земля дрожит. Не боись. Так, я по прямой. Отлично. Леон, она приближает. Ты видел, что у него во рту? Да ну нахрен. Я стреляю поэтому. Давай. Так, быстро. А так, кстати, после меня тут ты не ушел бы. Страхуй меня, страхуй. Нужна помощь? Ой, блин, какая страшная тварь. Ой. Это акула с Лас-Плагасом. Все, пострелял. Так, 17 метров. Да что такое-то опять? Подо мной, оно прям подо мной. Оно прёт. Шут. Да, давай. Так, давай. Несколько метров осталось. Блин, я никогда так сухой земле не радовался. Ничего, вернее, твердый. Было. Я бы тебе сказал, как это было. Но не буду, пожалуй. она прет. Ну, как обычно. Как в Resident Evil принято. Патроны могут собрать. Так. Так, хорошо. Ой, елки-палки. Она там уже. А, нет. Ой. Я же говорю, вырастет лапы. Так, ладно. Так, нет. Нравится. Бочку. Давай. Я не успею, я перезаряжаюсь. Зарядка. Блин. Такие ложатели. У обоих перезарядка была. Да. Блин, а почему другое оружие не взять в этот момент по-быстрому? Я и так пистолет держал, да. Она опять не зарядка. А что это было? Хватит перезаряжаться уже, а, женщина. Ты вообще стрелял, нет? Я говорю, я перезаряжался. Ждем, сейчас открывает. И садим. Так, теперь я беру пистолет. Перезаряжаю его полностью. Так, все, вошло, хорошо. О, бочка динамита упала мне. Да, она просто её ударила по морде. Так, вернулся. И... Сейчас сразу наверх довожу. О! Я смогу. Нравится. Можем... А, все. И просто череп снесло. Хотя у акул нету скелета. То есть у них хрящевая основа.
познавательный Resident Evil 6. Я с Джеком Шепардом. И Артуром Блэком. Ой. Куда еще ниже-то, ну ёлки-палки. Сейчас, мне кажется, мы, знаешь, такие это, подойдем к вратам в ад. Не, нам другую сторону. Так, в этой воде никого нет, да? Офигеть. Так мы наружу вылезли. Ну да, как я и говорил, раз правительственные чины взялись за дело, будут бомбить ядерных бомбы все. Да. Офигеть. He's sterilizing the area. And destroying the evidence. Thank God you're still alive. Where's Simmons? After speaking with you, he left. In a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. Any way we can find out where he went? Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now, where his private jet is preparing to leave for China. China? Yes. Take a look at these. Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe 6 months ago, called the C virus. C virus. K-вирус. То есть он во время такой ситуации ему позволили улететь в другую страну. We have no evidence, and right now you two are on the top of their list of suspects. No. Listen, Hunnigan, I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. But they'll figure it out eventually. What are you going to do? We're going to China. Замечательно. Красотень. Офигеть, ну вот это вот было дело. 53-минутный экшон. Ну да. Эта серия столько шла? Да, 53 минуты. Нормально. Ну, короче говоря, надеемся, вам понравилось. В следующей серии мы отправляемся в Китай. Там, как вы знаете, из демо-версии, да и вообще, наверное, подозревать ничего хорошего нас не ждет. Ну, в принципе, на этом все. Надеемся, вам понравилось. С вами были Артур и Джек Шепард. Всем пока. Пока.